Ой, я плачу, я тебя, Андрей, смотрю и плачу, мне так тебя жалко, ты такой... Мы закончили! Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про новое и довольно интересное устройство от компании Vismec под названием R80. Бросай! А начнем мы наш обзор с упаковки. P80 поставляется в прямоугольной картонной коробке. На лицевой панели нанесено изображение всего комплекта, логотип компании и указаны все основные фишки этого комплекта, такие как работа отсменного аккумулятора формата 18650, большой цветной экран, испарители на сетке и порт USB Type-C. Также в нашем комплекте есть адаптер, о котором я расскажу чуть позже. Коробка открывается нестандартно, сверху. Сняв крышку, мы первым делом видим набор R80 в собранном состоянии. Полезную макулатуру, в которой есть информация о испарителях, указания по аккумуляторам и гарантийный талон. Еще есть небольшая черная коробка, коробка в коробке. Внутри нее лежит кабель USB Type-C, испаритель на 0,8 Ом, большая инструкция и 510 адаптер. Пришло время отложить коробку и изучить само устройство поближе. Внешний вид у мода напоминает флакон духов, а из-за того, что он треугольной формы, он напоминает камень из фильма «Пятый элемент». Я больше не курю, преподобные, вы курите? В верхней части разместился колпачок. Чуть ниже на двух гранях находится по 5 отверстий обдува. А на третьей нанесено название комплекта. В самой нижней части установлена крышка аккумуляторного отсека. Откручивается она при помощи небольшой петельки. Аккумулятор устанавливается плюсом вверх. Внутри мода есть напоминание об этом. Рядом с крышкой встроен порт USB Type-C. Две боковые грани украшают цветной узор, а третья грань выступает в роли пульта управления. Там находится большая треугольная кнопка Fire, довольно большой экран и кнопки управления меню. Также на моде есть небольшая петелька, так что можно установить ланьярд и повесить на шею. Откроем колпачок и изучим верхнюю часть. Здесь у нас располагается довольно массивный картридж. Его объем составляет 4 мл. Он удерживается в корпусе мода благодаря трем мощным магнитам. Картридж можно установить любой стороной. Между магнитами устанавливается безрезьбовой испаритель на сетке с сопротивлением в 0,3 Ома. Кстати, обдув регулируется непосредственно на самом испарителе. Заправка картриджа производится также в нижней части через огромное отверстие, закрытое силиконовой заглушкой. Также в комплекте есть специальный адаптер с 510. Нет, мы не забыли убрать ободранное раритетное кресло с заднего плана. Это часть декорации, дополняющая импровизированный камин. Пятым коннектором, что позволяет накрутить любой свой атомайзер, но я рекомендую использовать на этом моде сигаретный бак. Теперь установим аккумулятор и посмотрим на его работу. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Включается R80 при помощи классического пятикратного нажатия на кнопку Fire. На информативном дисплее указана следующая информация. Заряд аккумулятора, установленная мощность. Кстати, диапазон мощности здесь от 1 до 80 Вт. Ниже нарисован замочек, который говорит о том, заблокирован мод или нет. Блокируется мод с помощью кнопок плюс и минус. Далее идет информация о сопротивлении, времени затяжки и количестве затяжек. Троекратное нажатие на кнопку Fire позволяет изменить цветовую гамму экрана. Пришло время установить 510 коннектор и накрутить сигаретник. На мое удивление, магнит удерживает бак просто нереально крепко. Сопротивление мод оценивает вполне адекватно. Работает все идеально, никаких нареканий нет. В заключение хочу сказать, что этот мод подойдет идеально как новичкам, так и парильщикам со стажем. Новичкам он понравится своей простотой и вариативностью, а вейперы со стажем оценят его работоспособность, функционал и компактность. Также нельзя не отметить его адаптер, который на самом деле является очень приятной функцией, которая дополняет весь этот комплект. Спасибо за просмотр, с вами был CigaretteNetBuy и до встречи на нашем канале. Все, закончили. Просыпайся. Просыпайся.